Всем привет, друзья! Вы на канале Alex86play, меня зовут Александр. Мы продолжаем кастинг Фрэнка Стоуна. Вот, короче, остановились мы, закончили, точнее, когда она дала деньги там, по-моему, брату своему, и пошла заставка. Вот, на заставке отключились, на заставке, собственно, так, продолжаем. Вот, Ты в порядке? Ты весь какой-то дёрганый? Да норм, просто, блин, из чего эта бутафорская кровь? Разве это не настоящее с мятным вкусом? Ой, там было сказано избегать длительного контакта с кожей. Ты же все сразу с себя смыл, да? Ты намекаешь, что она типа опасная, что ли? Короче, Крис не жалко будет. Это ужастик, Ханме. Умереть может каждый. В любой момент! Надеюсь, они успеют починить камеру до закрытия? Не уверена, что фармацевт умеет чинить камеры. Эй, думай позитивно. Нам все равно больше некуда ее нести. Че? Что? А может, сюда? Это здание хотели же снести. Там новый арендатор. А в лавке древности вообще чинят камеры? Возле дома моего дедушки жил старьевщик. Он частенько подшаманивал всякий старый хлам. Кто знает? Здесь тоже хлама будет завались. Решай, Крис. Я что-то не понял, погоди. Тут написано Келхернс фармаси. Блять, в смысле в аптеку починить? Чего? Кто, блять, в аптеке камеры чинит? Я что-то не понимаю. Нет, ну лавка древности А где мышка-то, блять? Алло! Чё, блять, с игрой? Ну смотри! Это какой-то стёб, да? Если я нажму, допустим, лавка древности, понятно, окей, мы пойдем туда, там какая-нибудь начнется херня. Бляха, я не знаю, серьезно. Мне просто интересно, почему аптека. Кто-нибудь вообще нажимал аптеку? Наверняка все выбрали лавку древности, да? Это ж логично. Аптека. Давай нажмем аптека, а чё нет? Ну похеру, камеру не починим. Может, игра закончится таким образом? Типа, здесь есть концовка, все выжили, все, до свидания, фильм не снят. И нет будущего, и это, как ее звали, там, Августина сдохла. Давай, почему нет? Мне просто интересно. Аптека, не хочу рисковать. Ты уверена? Лавка древности вроде как прикольная. Заглянем туда позже. Тоже верно. Ну блин, нахрена надо выбор такой делать? Вы решили сначала заглянуть в аптеку. Блять, а зачем в аптеку-то? И все? 17:34. Это прикол. Итак, кому достанется честь? Честь? Обратиться к... Ты боишься говорить с фармацевтом? Нет, я просто... Просто не хочешь торговаться, да? Эй! Я и так уже опозорился, выпрашивая денег у сестры. Да. Представь, что ты актер. Ты просто... Ну давай вот так вот. Почему я сама не хочу? Я знаю, что тебе страшно заговорить с жутким аптекарем, но это часть актерства. А ты актер. А, да, и ты тоже. Да, но ты впрямь нравишься людям. Ты же выбрал эту аптеку, Крис. Не знаю. Это главный секрет большинства звезд. Играть может каждый. Ну, или просто многие. А вот очаровать — это уже суперсила. Да, это я могу. За это и люблю тебя. Муа. Ничего не понимаю. О боже. Действуй, ты всех сразишь. Окей. В смысле, Кен реально... Продолжай в том же духе, пошло. И он зазвездится. Камеру нести аптекарю? Я думал, это стёб. Опа. Это необычная просьба. Эта камера... Так это ж не аптека. Вот такая, линза разбита, и глупо, наверное, к вам с таким обращаться, но нам нужно ее починить. Вот я и зашел попытать удачи. Может быть, гляните, что к чему, и вдруг получится... Так, 4 имени, 4 испытания. Она просит, они просят не торопиться. Что это? Маска, замок? Окей.
Надеюсь, обаяния Хаймы хватит на хорошую скидку. Да какую скидку-то? Вы про что говорите-то? Три фигурки, окей. Че, блядь? Какой аптекарь? Проклятие? Серьезно? Так, лучше не открывать темный миф утраченного фильма. Автор Джо Блю. Окей, это вы, короче, прочитаете, если вам интересно. Джо Блю. Фильм уже почти готов. Есть множество потерянных фильмов. Хорошо. Сюда можно зайти, да? Тут не похоже на аптеку. Тут горчица, пиво. Что за аптека такая? Ну не, ну если такая аптека, тогда да. Зачем холодильник подсвечивается? Так, а он перед кем? Никого ж нету. Так, играть. Чё написано? Фиар Трап. В смысле? Начать. Кто там? Али... Ася? А как? Ебать. Как стрелять? Ой-ой-ой-ой. Ну это галактика. А чё так быстро? Опа! Так нечестно. Как это работает? А, зажать! Ну, бля, другое дело. Так, один остался. Его надо поймать. Бля, еще вы чё? Чё такое бесконечно? Пока я рекорд не побью, что ли? Ну это типа да, а чё нет-то? Пропустил, сука. Так, укрепления не осталось. Как я должен ту подбить? А это долго или это бесконечно? Я могу бесконечно, по-моему. Хотя нет. Становится жарко. Нет! Бля, я не помню, играл ли я в детстве такой. Как, наверное, скорее всего, да. Мы же эти была Дэнди. Там как раз этих игр. Так, все, одной нет обороны, да? Так, ну тех надо брать. Так, отлично. Так, в смысле, а сколько играть-то? Ну, сейчас повеселей пойдет. Тут, по идее, это вот так по каждой клетке стрелять и все.
пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Ну давай, сучки. Отлично. Я должен побить рекорд. Одна осталась. В смысле, ты чё так шмаляешь-то? Нихера себе. Да бля, ну серьезно? Как же это? Опа, опа, а тут уже пошла Европа. А, ну тут какие-то матёры. Да! Вот тебе Хайме. А при чём здесь Хайме? Типа я побил рекорд Хайме? Блин, нифига они как стали стрелять-то. В смысле? Блять! Не, ну тут нереально они стали стрелять-то. Сейчас, короче, завалят по-любому. Едь давай! Проехал-то мимо. Вот ты везучий это. Так, у меня две жизни. Мы так можем без конца играть, я так чувствую. Все, на этом игра кастинги закончена. Тут галактика идет. Все, мне хана. Мощно. Ой, я сам. Ну ладно, Гаймойер. Чё, 7-100? Сколько там рекорд был? Корея. А где Хайма? Я не знаю, что такое АЭС. Окей, рекорд поставили. Всё, мы круто. Хотя я, наверное, не знаю. Интересно, так. Может, Линда что нашла? Дружище. Поговорить. Как делишки? Я в процессе. Там не горело вот это вот. Так. Линда, чё Линда? Линда, ты что-нибудь нашла? В смысле? Погоди, а почему с ней? А чё он в процессе? Бля, как это работает, я не знаю. На себя, блядь. Вот это, конечно, это вообще пиздец. Ну, молоко. Еще пропавший ребенок. Так, разыскивается Берни Бейкер. Пропал 24.04.1980. Откуда? Гарфилд. А волосы темно-русые, глаза карий, рост 137, вес 29 килограмм. Так, пацан, пизденыш, да? Если вы смогли распознать этого пропавшего, срочно свяжитесь с нами. Так, то есть, смотри, он мертв, Фрэнк Стоун-то, а пацаны пропадают. Значит, кто их похищает-то? Последователи Фрэнка Стоуна. Так, ну я вроде все смотрел, больше ничего нету. Да погоди, блядь, какая это, блядь, аптека? Что это? Это изолента? Очки? Это берется? Это нихуя не аптека. Где здесь аптека-то? Ну окей, туалетная бумага, смотри. Какие-то химикаты. Здесь таблеток даже нет. Что это? Попкорн. Это, блядь, обычный магазин, алло. Вот это может быть похоже на там. Что там делаешь-то? Хватит очки примерить. Типа... Блин, если это обломы, фильм мы не закончим. Вообще нормально. Будет финал. Ага.
это будет первая игра, которую я прошел быстро. Если мир лишится смертельного завода, есть шанс, что вертеться он не перестанет. Ты чего? Блин, Линдер, в чем дело? Подножку. Ладно, слушай. На чистоту. Что там у вас с Хайме? О чем ты? Все эти шуры-муры и заигрывания. И сказала, люблю тебя. Так, оправдываться, так говорят пары. Какие пары? Романтично. Потому что я люблю его. Блять, а я откуда знаю-то? Любишь ты его или нет? Че за дурацкие вопросы? Я не могу, понимаешь, решать за нее. Она должна сама за себя решать. То есть, если я скажу «люблю», она к нему привяжется, или он привяжется, и они там в конце сдохнут оба. Или чё, блядь? Я серьезно, я не знаю. Это неправильные вопросы. Тут... Я не буду оправдываться. Ну, типа, ну давай так, похер. Да, я сказала, что люблю его. Вы знакомы 2 месяца, а встречаетесь 3 недели. И ты говоришь слово на букву «Л»? Жесть. Остынь, мамуля. Да нет. Просто быстро. Линду беспокоит вот то, что вы сказали. Прошу прощения, девушки, я могу вам помочь? О, привет! Привет, Роберт. Уволился из библиотеки? А, нет, там я просто волонтер. А здесь уже настоящий работник с зарплатой. О, мужчина очень красит постоянный доход. Ну, как и хорошие книжки. Есть плохая новость, хорошая и офигенная. С какой начнем? Сначала плохую. Камеру починить не получается. Бля. Да погоди, есть же хорошая. Ну и какая? Хорошая новость. Робби Грин устроился в аптеку. Та-да. А, мы уже в курсе. Да, уже 30 секунд. Не тормози, Хайме. Не отставай. Так, стоп, а что за супер новость? А, да. Во, смотрите, какие штуковины купил. Петарды? Ты ведь не все деньги на них спустил, а? Ой, да всего 5 баксов. Дофига. Ты чё? Спокойно, на камеру точно хватит. Ты дурак? Смотри мне. А лавка древности еще открыта, может там починят? Да, пойдем туда. А зачем камера? Чувак, мы снимаем самый убийственный ужастик в мире. А нахрена? Снимали, пока твой батя не грохнул нам камеру. Чего? Он случайно. Мы снимали на старом заводе, и он... немного вспылил. Неудивительно. У него всегда был пунктик. Он нас уже разок выгнал, но... думаю, нет в мире такой силы, которая могла бы помешать нашему режиссеру снимать. Я не должен говорить этого, но... есть еще способ попасть на завод. Серьезно? Когда решится проблема с камерой, дай мне знать. Окей, принято. Просто ясно. Проверим. Терять нам особо нечего. Короче, ну получается, все равно Степ. Кто, блядь, пойдет в аптеку чинить камеру? Ну ладно, это не аптека, хорошо. Это, блядь, какой-то магазин, видимо, в маленьком городке, где все вместе. Блядь, он петарды купил, зачем? Если бы не знал, подумал бы, что эта лавка тут была всегда. Не говори. Добавим фильм. Не соблазняй. А если владелец – отмороженный маньяк, который превращает заблудших подростков в дорогой антиквариат? Тогда это бинго. Ты какой-то ужастик. Зацените товар. О, камеры. О, жизнь их, конечно, знатно потрепала. Лучшие экземпляры в окна не ставят. Давай зайдем посмотрим. В смысле? Прошу. Если вдруг... мы идем в лапы самого мясника в цацках, я сразу откупаюсь с тобой. Взаимно, компадры. Че, я прослушал, что-то подзавис. К чему сказал? Блин, ну Крис, конечно, вообще. Ну ее серьезно не жалко будет. Даже если это случится. Она говорит, пошли в аптеку, а сама иди. Посмотреться, вдруг мы что-то найдем? Да. Как тут вообще можно что-то найти? Теряться же весело. А может, никого нет? Фигово. А так хотелось похвастаться, как я круто торгуюсь. Но зато, если найдем камеру, ее можно просто вынести. Так, Ниль, я не предлагал ничего тырить.
Сговорчиво. Цинично. Кто? Не, нельзя пиздить, это плохо. Да, блять, а можно было спиздить, да? Если нас с тобой посадят, кино мы точно не закончим. Вряд ли туда отправляют за кражу в магазине. Давайте разделимся. Начнем оттуда. Я не понимаю, блядь, эти отношения как-то влияют, блядь, на то, что они выживут или не выживут. Задание. Ищите снаряжение для камеры в магазине. Опять, блядь, ящик с фигурками. Я его в первой серии вообще не видел, точнее, на заводе он был. О! Ля-ля-ля. О, какая милашка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, это отсылочка, да, к этой маньячке в кроличной маске, которая с песенкой ходит и с косой там, по-моему. И всех рубит, поет колыбельную, это я помню, да. Она прикольная, но самый, по-моему, мне там запомнится, это Фредди. Крюгер, он там прям, когда кто-то во сне там сделает какую-то херню. Бегаешь там, как этот, блядь, чудик в тумане. Вот это прикольно, вот это страшненько. Остальные, не знаю, остальные так себе. Какие-то там ведьмы летают, что-то еще там, блин, ну, такое себе. Блядь, как тут всего много-то? Ой. Старого брахла. Дефо чего? Лайт. Депо, дефи, хуефи. Списки, хуиски. Кому бы это место не принадлежало раньше, удача им неведома. Так, уважаемый мистер... Олан. Это письмо будет служить подтверждением соглашения о продаже безумной безделушки деда Неда. Ясно. Продали, да? С уважением, Р. Страйкер. Пэлли Страйкер. Не то. Так, то есть это важное, что ли, блядь? Я думал, это чисто это. Блядь, ты что тут делаешь? Часов много. Что-то как-то надо было с самого начала идти оттуда. Я как-то попёрся, блядь, туда, потом сюда зашел. Че? Так, это... Это вроде не сюжетное. Locked. Блять. Сова тоже есть там. Сова, если ты долго не шевелишься, где-нибудь чкеришься, она начинает орать. Возле тебя летать. Я тут подумала... Чё? О готических романах? Да. Но нет, о фильме. Ага. Мне кажется, можно сделать сюжет еще крепче, так, добавив одну сцену. Какую? А, сейчас? Это какую такую сцену? Есть, не знаю, сцена, где они говорят немного о том, кого они пытаются спасти и, ну, зачем. Чёрт. Давай. Хорошая идея. А, спасибо. Все? Так, а что у нас времени-то? Охренеть, мы столько в галактику играли. Так, ну здесь я посмотрел, здесь я зашел. Опа, еще ДБД. Не знаю, коса. Что это, но даже смотреть больно. Из позвоночника сделан этот черепок. Это настоящий позвоночник, тут палка металлическая, коса. Она так да, еще... уж если прижаться к такому ночью... Я думаю, может, здесь что-нибудь открывается. Даже... Не, ну искусственная работа, если честно. Маньяки вроде маньяками, блядь, а такую херню делают. Чё это? Смайлик. И чё? Зачем? Погоди, где был смайлик? Блядь, не пугай меня. Я не помню, что где-то были смайлики. Телевизор из кошмаров. Кого привлекает такая жуть? Не знаю.
Silent Hill, кстати, показывает. Смотри, там все в тумане, какой-то город. Погоди, если долго смотреть, там что-нибудь будет? Вылезет из этого звонок. Такая рука появляется. Так, а там что? Э! Где, блядь, было? А, бля, вон, бля. А, это, блядь, кукла здесь сидит, я думаю. Так. А кукла, кстати, что-то, блядь, бензоколонка. Если бы это был бы ваш магазин, куда бы вы положили камеры? Да, конечно, блядь, на витрине все, ты чё? Почему сказал, что лучшие камеры не ложат? Чё было? Ага, это вот это, да, значит? Окей. Погоди. Оба. О, еще один маньяк. Охотник. Наверняка среди улыбчивый наследник полезное. Поместья Макмиллан. Ой. Глазенки светятся. Прикольно. Бля, как же это неудобно крутить. Я не понимаю, зачем эти куклы. Ну, чисто как это. Сохраняшечка прошла. Так, окей, это главное. Пойдем, мы там еще стойку не посмотрели. Так, это непонятно чё. Ты бежать можешь? Боджи камеры-то. Вроде все обследовали. А, так я здесь был. Ну, камеры типа, да, вот все здесь. Чё, здесь линз-то нету? Вон всякие же линзы, блин, лежат. Кто, блин, старьё ложь на витрину? Витрину самый дорогой же обычно ложат и показывают всем, что кто-то захотел. Непонятно. Так, ладно. Короче, чувак, ему, блядь, дали на камеру фильм закончить, а он взял, блядь, петарды взял, да? На 5. На 5, блядь, баксов. Ну, вообще нельзя так делать. Ходить, все двери и ручки дергать. А опять-таки, блин, хозяин должен был. Надо было сказать, здрасте, кто здесь? Ой, я знаю вот эту фигурку тоже. Это из этого. Как он? Эльдорадо. Ну ладно, погнали. Вроде все посмотрел, не знаю. Непонятно. Блядь, так это ж пленка. Зачем нам пленка? Ты че? Блядь, мать! Ой, блядь! Ты че? Рада, что вам так весело. Ты чё, дурак? Но мой магазин не детская площадка, так что развлекаться извольте за его пределами. А это Августина Пожи, да? Прошу прощения. Главное, положите все на место. Постойте, нам просто нужно что-то на замену этому. А, вот как. Мы снимаем фильм, а она сломалась. Сможете выручить нас? Увидели камеры в окне и решили зайти. Было у меня, но не знаю, осталось ли. Мне придется заглянуть в подсобку. А вы ведь подождете? Без проблем. Я на минутку. Бля, я думал, там маньяк какой-то. Рука эта. Ой, бля. Да уж. Ставлю на то, что она принесет фотоаппарат. Или телескоп. Подождем. Посмотрим. Посмотрим. Я съем ваши души. Ну, а вот тут. Да. Вот. Так лыбится. Если она погонится за нами с гигантской бензопилой, я буду в полном офиге. Повезло. Поистине прекрасная вещица. Древний барахло. Простите. Можно? Ну, конечно. Да старье какое-то. Да что ж такое-то? Внезапно. Такое ретро. Возможно, нам даже удастся ее запустить. Но, честно говоря, мы искали не совсем это. А чё? Угу. И сколько вы хотите за нее? Что значит? На ней висит маленький ценник, но я, кажется, забыла свои очки. Вы не посмотрите. Сколько? 15 баксов. В смысле? 15 баксов?
Ну, блях, я так сразу соглашаться. Давай поторгуемся. Ну, не знаю. Как-то это чересчур дорого за такое старье, понимаете? А если бы я не зашел в аптеку, у нас было 20 баксов. Боюсь, снизить цену я не могу, но могу кое-что предложить. Вот серьезно, если бы он не потратил на петарды, мы бы сразу зашли. Было 20-ка. Уникальная вещь. Что это такое? Ручная работа. На удачу. Что это такое? Зеркало, что ли? Пригодится в качестве какого реквизита? Не, давай, я пас. Ай, ну это колебляйся. Спасибо, но я, пожалуй, пас. Боюсь, ничего лучше у меня нет. Блять, или надо было брать? Знаете что? Мы берем камеру. И цена хорошая. Ну, это неинтересно. Очень хорошо. Зато без зеркала остались, да? Ну, бля, я думал, она, блядь, торгуется, алё. Спасибо вам за камеру. Ох, какие пустяки. Когда молодежь так тянется к искусству, неправильно. Глаз радуется. Да. Мы такие. Надо было торговаться до последнего. А еще и свою оставили, а там же пленка. Бля, это неправильно. Вот серьезно, это неправильно. Там же, блядь, было на... Хотя, да, там было колебаться, вот это вот. Ну, здесь порой и ответы, и серьезно, они неправильные. За века я сменила много масок. Угу. Доктор Августину Либер считали заслуженным профессионалом. Ну, то есть это она тоже, да? Франкстон доверился мне. Позволил раскрыть его потенциал, пока лежал в той ужасной психиатрической... Сейчас она увидит эту пленку и все, и пиздец. А теперь новая маска. Новая эпоха. Новый шанс. Да, продажи камеры. Нечестный трюк даже для меня. Бо, я же говорю нечестно. Они не ведали ни о силе, которой завладели, ни о том, что ждет их на заводе. Но разве творец не готов страдать за творение? Да походу нет, не согласен. Почему он должен страдать за творение? Не, ну это серьезно, это нечестно. Так, Зиси, Валли, до свидания. Крейт Мун, 2024. Здрасте, мать. Ай, блядь, чё орёшь? Ты чё, дура? Ладно, ладно. Ах, ладно. Ой, ты в порядке, уточняю, кошмар. Кошмар? Ага. Сколько я спала? Я даже не помню, как меня сморило. Минут 15-20. Ух. Сдается мне, сон был не из легких. В смысле, как ты не помнишь? Стой. А что там с Августиной? Ты же стояла. Она ушла. А, ушла? Мол, у нее дела чрезвычайной важности в ее частном реликварии. Раз все проснулись, ну, ты ж помнишь, давайте она говорила. Забудем про Августину и обсудим 300-метровый камень преткновения. 300 метров средняя длина пленки одного фильма. А. Мы ведь еще не посекретничали, да? Это не мой фильм. Я работала над ним, но я не режиссер. Его даже нет в моей фильмографии. Я про то, что каждый умолчал о своем куске пленки. А, точно. Неважно, кто режиссер, это самый печально известный проект, связанный с твоим именем. Коллекционеры годами безуспешно искали следы проклятой пленки. И вот мы здесь, каждый со своим куском вожделенного пирога. Вот этот чувак тоже персонаж. Это событие. То есть наши куски пленки — это части твоего фильма, Линда? Они не все. Если не поддельные, да. А, то есть это один фильм. Вся эта история с проклятием, о которой говорят?
Приступы гнева, допросы в ЦРУ, ничего общего с реальностью. Вещь редкая, свидетелей мало. По слухам. Погоди. Августинии сохранившиеся оригиналы дорого обойдутся. А если бы я ее не подобрал, она пешком дошла, да, все равно? Как думаете, зачем ей все это? Тогда выбор... Ну, проклятия же не существует, верно? Я не люблю жить в прошлом. Мы тут, и есть покупатель, заинтересованный в пленках. Это все, что меня заботит. История предмета тоже влияет на сделку. И мотивы. Не знаю, как вы, но мне бы очень хотелось узнать, почему Августина так жаждет заполучить этот фильм. Что ж, первое правило бизнеса – узнать, с кем имеешь дело. Так что вы как хотите, дамы, но я планирую изучить каждый уголок этого диковинного дома. А нам можно здесь ошиваться? Режиссер, желаете остаться или исследовать? Смотри, если она жаждет пленку, и эти три части были распилены ими, значит, они типа победили Фрэнка Стоуна, да, и разрезали эту пленку. Она хочет ее склеить и воскресить опять Фрэнка Стоуна. То есть, сколько уже прошло с 80-го, 2024, это пиздец много. Так, мне здесь хорошо. Да, блядь, здесь я так понимаю, какой бы я выбор не выбрал, они все равно пойдут смотреть. То есть, я вот сейчас уже понял. Почему-то здесь так. Если бы я ее на машине тогда не подобрал, она чего бы все равно встал? Пришла, да? Это банально. Нужно делать разные концовки игры, что-то придумывать, а не вот это вот одно. Тогда здесь бессмысленно какая-то часть, какая-то часть ответа. Вообще бессмысленно. Вот это смелое заявление, если вы понимаете, о чем я. Я знал, это что у нее бессмысленно. Но не столько... Кажется, ты не очень хорошо изучил свою цель. В бизнесе нет целей. Жульничество — это рэкет, а не бизнес. Не стоит умалять мои навыки, ищейки. Люди много болтают, что бывает выгодно всем. Так, расскажи мне про Августину. Откуда ты знаешь смертельный завод? Ну, про Августину мы и так знаем. Давай вот это. Откуда ты столько знаешь о смертельном заводе? А, блядь, он же сказал, что он фанат. Я твой фанат! Как не знать? Блядь. Полная чушь. Окей. Хочешь правду? Поначалу я не верил во все это. Но со временем находил новые факты. Эти открытия все больше поражали меня. Не сам фильм... А легенда. Хотели вы того или нет, но вы породили монстра. И пусть это только сказка, вера стольких людей превращает ее в быль. Одной веры здесь недостаточно. Ну вот. Я и хотел убедиться. Это заняло пару лет, но... Когда мне представилась возможность приобрести подлинник, я... не упустил ее. Так как в итоге она оказалась у тебя? Эй, хочу быть в курсе. Ты где шлялась, мать? Ну что, нашли что-нибудь? Блять, как я ни хера не договорил. Но все впереди. Может, а может нет. Продолжим поиски. А дальше-то рассказать суть, откуда у него пленка, кто он такой. Я так понимаю, короче, здесь они походу тоже помрут, да? Нет? Она воскресит этого, сейчас она там колдует что-нибудь у себя. В ликваре, или как он там называется. И вам всем штындец. Придет Фрэнк и всех вас порубит. Какой классный костюм, кстати. Это была спасибо. Бы крутейшая локация из для Италии. Съемок. То есть туфли итальянские. И ремень. По дешевке купил. Знакомый друга моего приятеля подогнал мне брюки. И я подшил их в ателье у другого своего приятеля. А уже он достал мне эксклюзивный пиджак. Дизайнерский. Не абы кого. А хочешь секрет? Еще бы. А можно это как-то свитер увеличить? Вообще из секонд-хенда. Что это сейчас было? Сенсация. Ага. А. Только свитер из секонд-хенда. Свитер из секонд-хенда. Они как-то странно разговаривают, как будто ее нету. Вот что.
Опять, блядь, 25. Какой любопытный звук. Где это, блядь, открылось? Ага. Так, погоди, а мы откуда пришли-то вообще? Я что-то запутался. Мы же отсюда пришли, вот. Вот дверь. Ага, все понятно. Непонятно. Какие-то, блядь, секреты. Взять на себя. Окей, это я выучил. Комната охраны, сохраняшка. Какая-то шхунка, непонятно. Так, здесь ну, нет... привет. Да, похоже, в каждой комнате. Это покруче обычной системы безопасности. Блядь, а что тебя так штормит? Возможно, у нашей хозяйки просто куча ценных вещей, и ей нравится контролировать, кто входит и выходит. Бля, ничего не работает. Почему вот так вот? Здесь какое-то тоже дерево. В смысле, вы сюда зашли? Зачем сюда зашли? Что это такое? Тут, оказывается, увеличить можно, но я не понимаю, в каком моменте. Типа, нужно что-то найти. Ну, это какая-нибудь воскрешающая хуйня, по-любому. Схема чего-то. Августина интересуется временными механизмами. Временной. Ну, значит, да. Там все в плесени, блядь. Я что-то хотел сказать. Блядь, опять она тут. Она, мне кажется, через эти картины, короче, наблюдает за всеми. Вот смотри на ее лицо. У нее глаза как будто живые. Ну-ка, если я так отойду. Блядь, да, походу. Да? Они поменялись? Типа ты отходишь, а они так, смотри, жжик. Блять, непонятно. Походу, да? Либо у меня глюки. Да я тебе отвечаю, она глаза у нее уходит. Не знаю, мне кажется так. Может, у меня реально глюки. Либо я на этом зациклю. Так, ладно, мы здесь нашли, здесь ничего нету. У меня такое ощущение, что, блять, реально она вот везде. Картина до сих пор светится. Так кто это такой-то? Погоди, надо прочитать. Да что ж тебя так штормит-то? Арчибальд Макмиллан. Макмиллан. Что-то знакомый. Где он светился, Макмиллан? Да, блядь, выйди. Блядь. Что-то сегодня с горлом. Где я читал про Арчибальда? Походу, малолетками. Так, ладно, пошли наверх. Что по времени? Блядь, по времени заканчивать надо. Ладно, сейчас дойдем до сохраняшки и закончим. Ах, да. Надо проверить другие этажи. Стойте. Подождите чуток. Чё такое? Что? Прежде чем мы продолжим, я хочу знать, откуда у вас взялись куски пленки. Ну, это не тайна так-то. Мама умерла несколько месяцев назад, и я нашла это в ее вещах. Мэдди, а как звали твою маму? Которую? Не Бонни Ривера? Верно. Бонни. А ты откуда знаешь? Это которая сестра этого? Ты на нее похожа. Ты знала маму? Чё-то нифига не похоже. Давняя история. Из другой жизни. Ее младший брат Хайме был моим лучшим другом. Дядя Хайме? Я... Лучшим другом? Погоди, я с ним не так знаком. Длинный-то это... Не знала, что Бонни скончалась. А, да, это которая девчонка с косичками. Блять. Все, я понял. О. Мэдди, это... Прискорбно. И тяжело. Эй, дуралей. Так, успокаиваешься. А что насчет тебя, Стэн? Мне жаль, что тебе пришлось. Бля, давай говори. Ничего не знаю. Хотя, а что насчет тебя, Стэн? Откуда у тебя кусок пленки? Так, ну... Это очень хороший вопрос. Блять, мы... И дорогой, знаешь ли... А знаешь, раз уж я такой твой почитатель, приоткрою тайну. Бесплатно. Не скажу, кто мне ее дал и откуда она у него. Но я получил эту пленку по всем правилам, в очень честной и почетной азартной игре. Выиграл? Покер. Без мухлежа. Кто, блин, поставил ее на кон? Он не имел права.
Да ты придаешь этому проекту больше значения, чем заявлено. На такие вещи не играют. Так из-за она стоит дохуища, блять. Зачем? А, стандартно. Ладно, я ничего не понял, и надо было ее поддержать, но зато бы мы не узнали. Хотя мы и так нихуя не узнали. Я говорю, здесь вот, понимаешь, здесь такие ответы, что они не дают конкретного ответа. При этом ты просираешь другой выбор, который, видимо, действительно важен здесь в игре. Ну, блядь, это вот ты тут так не поймешь. Здесь какие-то вопросы важные, какие-то, блядь, нет. Сделай опять кучу важных, да, ответов? Ой, ну просто ответов. И здесь только один будет главный, так нельзя делать. Должна же быть какая-то альтернатива. Не понимаю сейчас пока вот этого. Это не, ну, это серьезно, это неправильно. Классная статуя. Бензопила. Часы, но кое-чего, блядь, не хватает. В руке что-то, да? По-любому. Блять, загадки какие-то пошли. О, сохраняшечка была, кстати. Была сохраняшечка, значит... ну ладно, давай еще раз посмотрим. В семье Августины все очень похожи. Или же Августина любит косплей. Так она за всем смотрит. О! Здесь какая-то трубка. Красота! Вот это мастерство! Роскошно! Лоскошно. Блять, не так как. Чтиво, я бы серьезно, я бы почитал, но, сука, мелко для меня, простите, так что. Сенсационный бред. Сэм Грин победил Фрэнка Стоуна. Я могу написать книгу получше. Лицо зла. Подлинная история Фрэнка Стоуна, рассказывающая человеком, который его остановил. Шериф. Кто вот? Ллойд Кусич? Блять, какой Кусич? Кто, блять, такой Кусич? Ай, блять. Кусич. Мне нравится титул героя. 1963-го, там был 60-й, значит, у нас еще 3 года. Кусич был местным шерифом в Сайлер Хиллс. В городе за обычным полицейским. Обычная работа. Ланинговый, это. А можно и. Блять. Погоди, это лицо Фрэнка Стоуна было. Да, в турковую ночь. Мелко, серьезно. Прочитайте, пожалуйста, ребятки, сами. Наш Фрэнк Стоун. Угу, ясно. Сохраняшечку тогда. Я серьезно, я не буду напрягать слова. Я могу, конечно, постараться прочитать, но это, блядь, это. Ланга! Давайте на этом закончим, блях, пока ничего не понятно. Ну, как бы понятно, ну, я что-то разочаровываюсь, короче, в этой игре, потому что неправильно, вот серьезно. Там, блин, она говорит, я торговаться люблю, сейчас я выторгуюсь, я с этим учетом и пошел торговаться. А в итоге-то, блядь, она такая, ай, ну ладно, блядь, пиздец, ля-ля-ля, блядь, и нам не дали, что там было, я так и не понял, зеркальце, а прикинь, это ключевой какой-то момент. Ну, хотя, опять-таки, от нее брать, я же не знаю, вот, меня вот это, блядь, теперь будет мучить, не знаю, обидно это, или я правильно, может, сделал, вот, и что-то меня еще напрягло, а, меня в Крис напрягает то, что, ну, пойдем в аптеку, а такая потом, а, ты иди давай, а я тут буду херней страдать. Вот, а неправильно это все, вот, и здесь неправильные ответы, я вам серьезно говорю, ладненько. А, спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик. Всем пока.